Всем привет, друзья! Рады приветствовать всех любителей мини-футбола в спортивном комплексе «Старт», город Реутов, где сегодня в рамках 1/8 финала «Спортмастер Про» Кубка России встречаются команды КПРФ «Москва» и «Алт-Политех» город Барнаул. Зато несколько игроков КПРФ присутствуют, которые, возможно, и дадут шумовую поддержку команд. Номинально Павел Мылтусов, 23-летний специалист, моложе многих, я думаю, игроков своей команды он, но на самом деле, как мы видим, встреча также из столицы нашей родины. КПРФ пока с мячом. Первый момент создают коммунисты. И Денис Бурков открывает счет на 2-й минуте. Даже практически на 1-й, можно сказать, минуту и 16 сыграли команда. Так, в таком тренировочном режиме слегка заработал этот стандарт. Паулини не стал бить, отдает на Баталию. И Баталия забивает свой первый гол за мини-футбольный клуб КПРФ. Отличная комбинация. Классный стандарт. Паулинио, главный тренер команды. А у нас момент, Мирлушкин через себя. Ух ты, красота какая. Ну вот, увидеть гол Мирлушкина через себя и умереть. Еще один стандарт. Паулинио и хорош. Никита Никитин здорово ногой перевел мяч в аут. Политеха, но тут же и на рассаду все проконтролировал. Ой, а какая ошибка! Паулинио! И забивает 99-й номер Алт-Политеха. Дмитрий Сильчин. Не разобрались с Георгием Замтарадзе. Розыгрыш аута. Асадов прочитал. Анна Ричардсон не сумел мячик перехватить. Момент у Инара Асадова. Момент у Баталии. Момент у Мирлушкина. Олег Кручинин тот же вот сейчас на паркете. Александр Симуков. Вообще тут вся четверка практически. Момент у Кручинина. И вот как раз Олег под мои долгие разговоры забивает третий мяч в ворота Алт-Политеха. Паулинио дает на Баталию. Баталия можно оформлять дубль. Два игрока катится. Мирлушкин. Нет, не получилось у него. Еще одна контратака Политеха. Удар. Замтарадзе справляется. Лукьянов пробивал. Сказать об этом, задавайте свои вопросы. Момент Алт-Политеха. И второй мяч влетает в ворота Георгия Замтарадзе. И это 8-й номер Александр Половых. Отличился, отличный момент. И шикарное завершение. Удар с левой ноги. Заковырялся. Нет, здесь Баталия не позволил второй раз себя обыграть. Илько пробивает. Вратарь в порядке. Никита. Доброс! Инар Асадов! Ух, какой голосо! Удар с лета. Выдаешь так прям всю злость. Еще одна быстрая атака. Баталия! Хорошо против двоих сыграл. Передачу отличную на третьего. Ну все, здесь классно было. Оставалось только Мирлушкину забить. Забить не получилось. Посмотрите, что творит Баталия просто. Никаких шансов не дает соперникам в обороне. Ну и Янар Асадов техничненько для ТикТока забивает подсечкой на Владислава Мирлушкина. Не стал он нагнетать ситуацию. Мирлушкин бьет с острейшего угла. Кручинин с мячом. Он технично обыгрывает. Может забивать еще. Убирает. И здесь фол. Фол. Никита Никитин должен получать карточку, наверное, судя по всему. Пенальти. Да? Так, посмотрим. Разбег Асадова. Нет, не забивает Никита Никитин, но вратарь. Что сделал вратарь? И открывается из-за этого опция ударов со средней дистанции. Асадов и, по-моему, Мирлушкин под правую ногу. Инар Асадов. Забивал он уже в этом сезоне с правой ноги в ворота Синары. Да, на Мирлушкина. Мирлушкин, безусловно, подставил ногу Владислав. Ну и КПРФ пока уверенно одерживает победу. 6-2. И сейчас Симуков мог еще укрепить. С мячом тут же ошибается. Ахуков по линию. До Ахукова мяч дошел. Ух, как жестковато. Ну что, да можно. Оба шли в подкате. Вратарь был небо в своей в священной вратарской площади. Поэтому мяч засчитан. Мяч защитный, Олег Кручинин.
сыграл на Паулиньо. Паула дает на Олег Кручинин. Немного слабой передачи вышла. Момент у Алполитеха. Здесь Салахов. Техники. Вот сейчас красиво убрал между ног. Отдал передачу. Номер ушки надо забивать. Владислав. Эти выставлены. Здесь, ну, все сделал Енар для своего партнера. Осталось только забить. Здесь, мне казалось бы, наверное, лишнее. Но здесь запутался в ногах. И игрок Алполитеха. Мерлушкин, Никитылько, Енар Асадов. Нет. Фильнюка, прошу прощения. Мерлушкин. На Никитылько проходит. Надо забивать Никите уж самому. Илько. Асадов. И Асадов забивает. Хэт-трик оформляет. Извиняется при этом. Перед Паулиньо. Все-таки Паулиньо тоже хотелось бы, наверное, забить. Но хет-трик есть хет-трик. Два блока и выход под левую ногу. Енар получает мяч. Отдает передачу на Мерлушкина. Обратный пас. И заблокирован удар. Финальный счет, наверное. Будут еще пару моментов. Вот, например, сейчас Олег Кручинин убирает под левую. Здесь подсекать надо. Нет, просто перекатом красиво. Олег Кручинин убирает вратаря и отправляет девятый мяч в ворота Никиты Никитина. Ну и все. Никуда не нагнетают. Матч завершен. Первый поединок 1/8 финала Спортмастер Про Кубка России. 9-2 КПРФ побеждает своего соперника из Барнаула.